Вот, ребят, нахожусь в Губкинском районе. Выехал к урочищу Высокий. Оно сейчас вот заросшее. Это выезжал со стороны хутора Степь по трассе. Здесь такой прудик есть. Раньше проезжал с хутора Глушки в Прохоровском районе. Ну вот природа. Птички. Это все на велосипеде. Нашел вот единственную тут дорогу, где можно еще как-то пройти. В общем, такие тут заросли. Это лето 2023 года. Вот старые деревья падают прямо в воду. Так влажноватая поверхность земли. Вот сейчас обойдем. Вот наш мустанг, велосипед стелс, на котором преодолеваются любые расстояния по деревням Белгородской области. Ну вот, то, что здесь высокая влажность, вот почва такая мокрая, немного проваливаешься. Ну, как обычно, камыши, конечно, растут, где уже заболачиваются участки. А так сам пруд тянется. Вот еще в эту сторону. Ну, просто среди таких зарослей пройти не получается. Тут уже вода почище. На той стороне летают стрекозы. Сейчас тишина. Ветра нету. Вот это черноземы белгородские. Поля. Вот тут еще как-то заехал. Местечко заросшее сильно сейчас. Вот так просто приехать послушать птиц можно. Вот единственное, где вот проехал тут вокруг, немножко по самому полю, по самому краешку тут распахано. Ну, и там небольшие такие пролесочки тянутся, березовые. Если в целом, то это выезд на трассу Губкинско-Карачанского направления. И только через степь. То есть ехал до степи. И тут был съезд на грунтовочку. Все время по грунтовочке ехал. И просто обошел его со стороны полей. Ну и фотографию сейчас попробую сделать тоже воды. Чтобы было видно, где находимся. Ну вот тут вот, лучше вот сама вода. Упавшее дерево видно не очень.